Привет, привет. Я не очень, если честно, понял, про что вы говорите. То есть, ну вот, не очень понятно, о чем идет речь. Вообще. В том смысле, что вы говорите, я не живу, я просто тяну время. Это ведь означает, что вы не свободны. Это означает, что вы не счастливы. Это означает, что вы не делаете, например, того, допустим, что вам хочется. Это означает, что вы себя подавляете как-то. Вот. Это означает, что вы себя прессингуете, это означает, что вы себя зажимаете. Это означает, что вы не прислушиваетесь, там, допустим, не знаю, к своим чувствам, да? Вот, и вопрос, собственно говоря, к вам, вопрос к вам, он такой, а почему это все происходит? Почему это все происходит? Из-за чего это все происходит? А дальше, хожу на работу, когда надо, когда не надо, просиживаю дни. Что это значит? Опять же, да, как вы выбрали работу? Ну, то есть, вот. Как вы пришли к работе? А, хочется прекратить, что прекратить? Понимаю, что нельзя, почему нельзя? Все слова, типа, займись делом, встряхнись, это нет вкуса, нет, замерло все. Вы описываете депрессивное состояние, и с ним нужно работать. В первую очередь, работа с чувствами. Я рекомендую вам не начало в качестве вот, такого трамплинчика для изучения себя. Это книгу Федерика Перлза «Практикум по гештальт-терапии». Вот, я думаю, что вам она будет интересная, и если вы будете выполнять те задания, которые там есть, то он, ситуация вполне имеет все шансы нормализоваться. Вот, а после обращайтесь к психологу, вот, для, то есть вам станет легче после работы по этой книге, а дальше вы сможете обратиться к психологу, уже более предметно побеседовать и... Я думаю, что все решаем, все можно поправить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. И надеюсь, что ваша ситуация все-таки разрешится как можно лучше.